Привет, друзья! Я сегодня захотела приготовить очень вкусный шоколадный кекс с шоколадной заливкой. Это наш стандартный бисквит, кекс, который мы уже очень много раз готовили. В этом видео я больше вам хочу продемонстрировать вот эту вот шоколадную глазурь. Эта шоколадная глазурь от моей мамы. На днях я ей написала, говорю: мам, скинь мне этот свой рецепт глазури этой шоколадной, потому что вы не представляете, какая она вкусная. Она вот абсолютно любой простятский самый бисквит и любой кекс, и любую зебру превращает в что-то очень праздничное, вкусное, невероятное. Я помню, когда в детстве мама поливала эти все кексы, это все вот так вот стекало на... у нас была, значит, фанера вот такая вот большая, на которой мама все это пекла, и Наполеон, и все. И она наливала... Ну, знаете, по-моему, тогда пергамента не было, по-моему, тогда от сливочного масла упаковки эти, когда мы покупали сливочное масло, масло в масленку клали, и вот эти вот там остатки бумажки. Масла были, бумажки, да, мама их заворачивала, в пакетик складывала и в морозилке хранила, и когда нужно было выпекать, они же как раз маслянистые бумажки эти, она их доставала, и на них мы выпекали. Сейчас меня, наверное, дети 20 лет слушают и думают: чего? Друзья, и когда мама заливала вот эти все кексы, первое, что мы делали, это вот так вот с этой, слизывали, в общем, с этих бумажек все, что вот это шоколадное стекло, это было очень-очень вкусно. И сегодня я вам хочу наш вот этот домашний рецепт этой шоколадной заливки, которая, как я вам уже сказала, придаст праздничный вкус и вид любому вашему домашнему изделию. Итак, давайте приступаем мы с приготовлением шоколадного бисквита. У меня там в миксере, в диже, сахарный песок, ванильный сахар, ванильный экстракт, в общем, все, что хотите, используйте, и яйца. Я сейчас врубаю там миксер, он должен у меня яйца взбить сахаром в пену. И пока это происходит, у меня здесь в ковшике вода, растительное масло, какао, сахарный песок. Мы все это постоянно помешиваем, доводим до кипения. Я постоянно помешиваю для того, чтобы какао разошелся здесь и не было никаких от него комочков. Все, в принципе, как какао разойдется, можно оставлять в покое, и чтобы масса закипела. Все, шоколадная масса у нас закипела, и сейчас мы ее будем наливать на взбитые яйца. Посмотрите, как пышно мы взбили яйца, и ставим миксер на среднюю скорость и наливаем. Не бойтесь наливать. Постоянно, когда я такие манипуляции делаю, мы получаем много комментариев, что яйца сварятся, ничего никуда там не сварится, не произойдет. Смело наливаем. И сразу сюда вводим муку с разрыхлителем и перемешиваем хорошенько. Контрольное замешивание. Берем лопаточку силиконовую и проходимся по дну, потому что вдруг что-то где-то да не замешалось, не соединилось, всякое бывает. Все, теперь мы видим, что масса у нас однородная. Выпекать я буду вот в такой вот формочке талер. На дно я положила листочек пергамента для того, чтобы просто сразу кекс перевернуть. А краешки мы прорежем ножом. Хотя антипригарное здесь покрытие, но от того, что кекс у нас очень-очень нежный, на всякий пожарный я постелила. Все, отправляем мы сюда тесто. Все, ребята, я еще налила, я что-то немножко не подрасчитала, у меня много теста получилось, и поэтому, дабы оно отсюда не вываливалось, я взяла просто еще кольцо и сюда налила. Все, отправляем в духовку, ставим 170 градусов, и минут 35-40 кекс у нас будет выпекаться. Пока он будет выпекаться, мы с вами приготовим ту самую волшебную, добрую шоколадную глазурь. Как эта глазурь делается, из каких продуктов она состоит? В ковшике у меня какао. Это сахарная пудра, сливочное масло в конце. И сливки, молоко, все, что у вас есть. У нас, как всегда, я вам всегда говорю, почему мы молоко редко используем, потому что у нас его не бывает, но зато у нас есть... арсенал сливок, поэтому мы будем использовать сливки. Что делаем? Я на какао насыпаю в ковшик сахарную пудру и между собой перемешиваем. Перемешали и добавляем сюда сливки.
Рецепт у меня, знаете, такой, как вот раньше, как делились рецептами. Столовые ложки, 4 столовые ложки этого, 2 столовые ложки того, полстакана третьего. Сколько я налила? 4. Ну ладно, пусть будет вот так вот. Так, и все это я ставлю на плиту. И при постоянном помешивании мы доводим эту массу до кипения. От тепла масса нагревается у нас, и видите, более жидкая становится. И при постоянном помешивании мы сейчас увариваем до закипания. Как только она закипит, мы сразу же с огня убираем. Все, масса закипела, первые пузырики у нас появились. Убираем с плиты. Вводим сюда сливочное масло комнатной температуры и постоянно-постоянно помешиваем. Как сказала мама, как-то рассказывала мне про этот рецепт, она сказала, до исчезновения сливочного масла. Постоянно нужно мешать для того, чтобы не образовалось масляной пленки. Так что вводим масло потихонечку и помешиваем. Видишь, мам, все правильно сделала. Все, ребята, масло исчезло. И сейчас мы оставляем, отставляем и дожидаемся, пока у нас приготовится кекс. Если вдруг к этому времени глазурь чуть-чуть покроется какой-то пленочкой, можно либо чуть-чуть ее подогреть, либо, если она еще будет тепленькая, хорошенько-хорошенько перемешать. Чуть-чуть подостыл мой кекс-бисквит. Смотрите. Красавелла! Я уже... Я иногда такие слова говорю, Леша мне говорит, как будто у тебя там это, какой-то... Отсидка. Отсидка какая-то была в прошлом, я не знаю, ну я шучу так просто. Берем формочку, сверху тарелку, переворачиваем. Ох, вкуснейший кексик. Нежный до невероятности, ребятки, он просто воздушный. Видите, дымок аж идет. Ребята, смотрите, хочу вам показать то, что я вам говорила. Видите, тоненькой-тоненькой такой пленочкой покрывается, и он загустел. И это прекрасно, потому что тогда проще будет его по кексу распределять. И это еще кекс горячий, сейчас он еще и на нем расползется у нас. Так что все просто перемешиваем вот так венчиком. И сейчас прям ложкой я буду сверху выкладывать. Я обожаю этот вот шоколадный кекс. Он получается, вот тут не нужны никакие ни пики, фигики, не знаю, что. Все замешал, кинул, перемешал, налил, испек, и он воздушный. Он воздушнейший просто внутри. Посмотрите, это прям бархат, он бархатный. Я его обожаю. У меня тут в кувшике еще остатки лухари, глазури осталось, поэтому я ее сверху, каждого кусочка можно еще вот так поливать. Обожаю. Прям хочется чашку кефира. Ребята, вы знаете, что означает, когда Милан лезет за вторым куском? Это значит, что улет. Ребятки, я вам клянусь, вот эта вот глазурь, она любому простому кексу, бисквиту, придает вкус такой прям вот дорогой. Это очень вкусно. Я обожаю эту глазурь. Я не знаю, откуда этот рецепт у мамы, но это реально вот все детство. Все зебры, пироги какие-то, бисквиты, кексы мы плевали вот этим. Я обожаю вот так вот. Мы всегда вот, видите, как тут на тарелке мы вот так вот делали. И облизывали. Дрались за венчики, ложки, тазики всякие, которые нужно облизывать.
Все, друзья, на сегодня это все. Вот такой вот теплый семейный рецепт вам в ленту, вам в записную книжку. Обязательно приготовьте, насладитесь жизнью вместе со своими любимыми или сам собой. Я вас целую, обнимаю, рецепт будет у нас на сайте. Сегодня мы пользовались посудой Талер, нашей любимой посудой. Каждый из вас может покупать ее со скидкой в 15% по промокоду Алекс Милану. Всю информацию я вам напишу внизу. Также оставлю ссылки на мою посуду, которая сегодня мелькала у нас в кадре. Проходите, покупайте и готовьте на качественной посуде. Тогда ваша еда будет получаться достичь фантастичь. Вот такая. Пока.